Всем привет! Сегодня хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом и, так как кулинарный канал, пожелать вам разнообразной, вкусной и полезной еды. А мы сегодня приготовим не очень полезное, но несомненно очень вкусное блюдо – бургер с языком. Итак, поехали! Готовим соус. Вначале кетчупа. У нас тут примерно 1 ложка. Затем соевого соуса. Примерно 2 ложки. И горчички. 1/2 ложечки, я думаю, хватит. Все перемешиваем. Затем берем наши языки. Нарезаем. Они отварные уже. Есть видео, как я их отваривал. Где-то там внизу называется «Язык в тесте». Если интересно, можете полистать, посмотреть. Вот такими пластиночками нарезаем наш язык. И отправляем все в этот соус, который мы приготовили. Буквально 10 минут пускай помаринуется. После чего нарезаем лук кольцами и огурец тоже кольцами. Берем чиабатту, есть такая маленькая, продается, разрезаем наполовину. Берем наши языки и обжариваем на огне. Обжариваем с 2 сторон. Буквально 2-3 минуты, так как языки у нас готовы, нам осталось сделать только корочку. Остатки нашего маринада добавляем чесночного майонеза. Вот тут буквально 1 столовая ложка. И все перемешиваем. Языки наши подрумянились. Осталось подрумянить чиабатту. Сразу ложим вот так ее на угли. Буквально 1/2 минуты времени, и чиабатта наша тоже подрумянится. Вот. После чего собираем наши бургеры. Берем чиабаттину. Соус, который у нас получился. Намазываем. Лучок. Огурчик. И язык. Осталось только попробовать. У нас получились очень вкусные бургеры. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока, еще раз всех с Новым годом!